Через 300 метров поверните налево. Достопримечательности поселка. Скакалейка. Башня. Посмотри. Дом пионеров. Сосновый лес, лесозаделательный завод. Интересные факты о поселке. Река Кайгородиха. Лесохимический завод. Марьяновский мост. Мадьяровский мост. Река Норка. Орион. Физкультурно-оздоровительный центр Плотина и пруд. Монастырь, князья Романовы, станция Химичиха, деревня Тимошина, Успенская церковь, фанерный комбинат, фермерское хозяйство, центр Параллель, штаб Красной гвардии. Краеведческий музей. Ямы рудничные. Речка Синичиха. Место, которое никогда не забуду. Оно как камень на груди, но все же для меня чем-то значительное. Место, названное Синичихой, 12 тысяч жителей. Провинция совсем незаметна в масштабах федерации. Рудничные ямы. Первая рудничная яма, на ней пляж отличный есть. И вторая рудничная яма. Дяденька попал в телевизор. Если вы случайно с крыши упадете, или вам откажет верный парашют, насладитесь. Ну все, приехали. С тебя 500 рублей. Полета. Шучу. Увидимся в камере. Специалисты по кусочкам соберут. Таких разноцветных понастреляли. Сможет опустить. Наш клан отличается ото всех. Бывало себе мы не находили у тех. Никто нас не любит, а губит нещадно. Да и мы всем вышибали зубы беспощадно. Не пьем мы, не курим. Все снегом завалило. Синичи. Это общественное здание было. Магазин «Меркурий».
Правильно, как же его назовешь? Заехал на памятник погибшему милиционеру от рук белобандитов. Этот памятник почему-то не присутствует в достопримечательностях Верхней Синичихи. Развилочка, поворот на Свезу. Свеза — это фанерный комбинат, что обозначает, что в переводе значит светлое завтра. Ты светлое завтра! Столичный переезд. Вагончики узкоколейные стоят. Подразделение МЧС. Станция угольная, узкоколеечная. Светлое завтра. Светлое завтра. Фанерный комбинат. Раньше он фанком назывался, ну, понятно. Фанерный комбинат. А сейчас Свеза. Видишь, светлое завтра. Современный такой. Светлое завтра. Это все кедровая аллея. Сотни кедров высадили. Молодцы вот эти комбинатовцы. Да, это вот все кедры, кедры, все посажены кедрами. Ты светлое завтра. Вот он, узкоколейка. У всех пионерки и у подъезды там каждого дома есть. Нужно поближе подъехать к узкоколейной станции угольной. Уважаемые пассажиры, на дальней станции Союз. Право подход. Пионерка стоит, сейчас ближе подойдем. Прицеп от пионерки стоит. Сейчас подойдем, посмотрим на пионерку поближе. Станция угольная. Что себя представляет пионерка. Мотор от Минска. Далеко от водокачки поворот на лесохимический завод. Он является одной из достопримечательностей Верхней Синичихи. Но я туда не заезжал. Что, на микрорайоне тут все одинаково. Справа дома, слева гаражи. Вырос в Синичихи и буду здесь жить. Никакая сука меня не сможет опустить. Николях. Наш клан отличается от всех. Бывало себе, мы не находили у всех. Белые и прочее. Кто он нас не любит, а губит нещадно. Да и мы всем вышибали зубы беспощадно. Не пьем мы, не курим, здоровье не губим. Лапту уважаем, риск повышаем. Хип-хоп-эта сила звучит красиво. Кто сказал, что панк и рэп нельзя вместе спеть? Для нас... Однако пиццерия даже есть. Район серые типовые дома. Что поделаешь? Это не касается. Ну все, этот трек начинается. Люди, которые жили тут, никогда не забудут ее. Мы понимаем поселок по уровню хип-хопа. Физкультурно-спортивный центр. По улицам Синичихи ходим, да. Угораем. То, что не город, не напрягает. Вечерами отдыхаем. Это мощное здание.
но на всяких пидорасов мы не замечаем. Да, стадион Орион. Нет, я не пью. Я буду выше твоего разума и твоей головы. Бывает и такое. Заходим мы в качалку. Детские садики такие. Детский садик. Красивый очень. Вот за это я благополучна и сильна. Ну а другая сторона бесконечной пьянки. Идешь по улице и слышишь крик лесбиянки. Могут офизить и бросить кювет, пока в теплой квартире шлюха делает минет. Ну все, трек закругляется, но скоро новый начинается. Запомните, тот, кто не жил в Сенчихе, это не касается. Новый начинается. Вот, Сенчиха, обычно, по сути, болото. Но в нем все же выживает кто-то. Это не каждому дано, но мы все равно короли Сенчихи были, будем и есть. И нас просто так не съесть. Половина здесь лезть, так и есть. Здесь полно хуеплетов, тупых идиотов, сумасшедших готов, нариков, кошмариков, бобиков. Если это речка Кайгородиха, то вот фотография верхнего пруда. Фотография дома возле впадения в Синичихинский пруд. Памятник Победы мог бы быть достопримечательностью, но нет. Ну, тут понятно, в центре памятник. Синичиха. Здание станционное. Уважаемые пассажиры, поздравляем вас с прибытием. Визит-центр налево. Музей сделали. Пойдем посмотрим на станцию саму. Шарик. Станционный смотритель. Это интересно. Начальник станции. Круто. Привет, Шарик. Хороший, хороший, хороший. Все посмотрел. Плотину переделали, все. Здорово я встал. Мне нравится.
ребятишки из школы возвращаются. Уважаемые пассажиры, поздравляем вас с прибытием. 1960. А вот эту старинную баньку 61 года я бы точно сделал достопримечательностью Синей Чихи. Разноцветные, яркие. Магазин Федор. Он поролся, я тебе обещал. Он, правда, не узкокорейный. Монастырь царских новомучеников в Синей Чихе у меня есть отдельный фильм, поэтому я не буду на нем заострять внимание. Итак, подобьем бабки. Из 22 достопримов я нашел и отметил 18. Осталось 4 номера. Под номером 4 значится Дом пионеров, но я вычитал, что в 91 году здание было разобрано. Фермерское хозяйство под номером 18, это, скорее всего, конный клуб возле леса Хима. Центр «Параллель» расположен в здании станции Синей Чиха. Но я там был, отметку уважаемые сделал. Уважаемые пассажиры, поздравляем вас с прибытием. И последний 20-й достоприм – это дом
Красной Гвардии. Штаб Красной Гвардии. Он опять же расположен возле станции Синичиха на улице Красной Гвардии 8. А еще бы я до Сатимы добавил новую Успенскую церковь. Памятник погибшему милиционеру от рук белых бандитов. Обязательно баню, обязательно. И памятник Победы на площади перед администрацией.